Надо быть, ребята, одно могу сказать, одно могу сказать, одно. Давайте жить как в Беларуси. Президент никуда не ездит и ничего не делает вообще. А страна красавица. У нее что? Почему ты не хочешь? Почему жить в Украине, в свободной стране? А что? А где? Фабрики, где? Вот день, где вот они? Все вот ты со знаменами стоишь. Дальше что? Дальше что? Ну стой со знаменами, что? Отрезвейте, потом будем разговаривать. Отрезвейте? Конечно, увидите, да. Мы все трезвые. А я что, пьяный или что? Одно могу тебе сказать. Да не одно надо могу сказать. Ни одно, ни это не страна. Это подъемка просто такая, в этой жизни. Мы сделаем, такая она и будет. Ну, а что, а зачем ты стоишь? Если делать ее, строить, то она будет. Вот Белоруссия для меня, Белоруссия. Для меня Белоруссия это страна. Это батька, это конкретный. И что он сказал? Перетрахую. Не буду перетрахувати. Понимаешь, и нас надо тоже перетрахувати, щоб це була страна, понимаешь? А не подъебка вот эта с флагами, блядь. А що? Мені сьогодні, а вчора вночі десь. Внимание на мене обращать, не надо вообще. А батька, білоруський, короче, у мене там, у мене родственники живут, говорят, перетрахивал и буду перетрахивать. Все. А чего вы стоите с этими плакатами? Надо в Украине надо поднимать полностью сельскохозяйство, поднимать. Надо владу заставить, чтобы владу спочатку скинуть, потом поднимать сельское господарство. Вы думаете, вы владу скинете и вам все сделается? Ну, при теперешней владе мы ее не поднимем, сельское господарство. Одно, мужики, я могу сказать, одно, что в этой жизни, если мы...